Всем доброго времени суток. Приветствую вас на канале Разносторонние интересы. Сегодня мы на пасеке будем забирать мед. Первый раз в этом сезоне. Мед будем забирать у пчел Бакфаст породы. В остальных, покуда еще не допечатали они, да и не лезу туда. В этом вот улейке у нас облетик был небольшой. Наверное, роиться будут. Того, что облет обычно у меня на север Летхамистат проходит после 5 вечера, где-то 4, а это решили с 12 облететься. Скорее всего, что будет рой не сегодня, так завтра. То, что сегодня у нас погода такая, ветер поднялся 5 и переменная облачность, то, думаю, первый рой не пойдет. Так что, покуда будем заниматься медом, смотрел я дней 4 назад, то уже почти весь был печатанный мед тут. Вот начиная отсюда, так вот не было запечатано. Рамок, наверное, 4-5. Но як не было запечатано. Он был сверху до половины, даже больше запечатанный. Низ не запечатанный. Этот мед у нас мы ставили в апреле, кажется, 10-го, надставку эту первую. Потом я ее поднял наверх, поставил еще две надставки. Снизу под сотовую мед, среднюю, обычные полурамки. И ту, что с 10 апреля, вот на самый верх я поднял. И сегодня у нас 20 уже мая, вот. Прошло, получается, 40 дней. За 40 дней они запечатали уже надставку меда. Находимся мы на юге Беларуси, на границе Гомельская область, на границе с Брестской, буквально километров 15-20 где-то на Брестской области, лесами то ближе. То у нас здесь такая низменность полесская, то пчелы весной хорошо на иве работают, на садах. Это получится у нас мед с ивы, ива, одуванчик хорошо шел в этом году и сад. Короче, будет ивова, одуванчиково садовый мед. Сразу дымом их сгоним, чтобы меньше колотить. Надо селфи-палку повыше сделать. Не видно так. Ладно. Поставлю рядом. Камеру вверх задерем, чтобы видать было. Будем доставать мед. Пчелки крылышками шамотят уже по печатке, не по пустому соту. Так у нас вот внутри, если видно, за солнцем стану. Вот. Рамочки. Ну вот здесь был недопечатанный еще до низа, но уже, думаю, за эти дни запечатали. Три надставки получается улей, то высоковато немного. Так, будем доставать по парадку. Ветер поднялся сильный. Даже палка падает. Вечно что-нибудь не так. Так. Поставлю сюда. Чтоб не мешало нам.
Вот такие вот рамочки у нас получается. Немного чуть-чуть низ не допечатали, но это не беда. Основная масса уже печатана. Это на крайних рамках немного так. А там уже будет печатаны полностью. Ждать уже некогда. Того, что... Медосбор идет. Пошла уже крушина цвести. Малина. И остальные медоносы основные. То надо освобождать место. Освободим вот надставочку им. Посмотрим, что на нижней. Если там уже пошел мед, то мы его поставим наверх потом. Когда уже откатаем эту. Поставим тот наверх допечатывать. Самую нижнюю не буду трогать, там у нас сотовый мед, то пускай стоит до осени. Там заберем, чтобы уже полностью печатка была хорошая. Уже даже видно во втором среднем корпусе тоже начали сверху печатать. Нема, иди. Ну вот, у нас все четыре штва забрал, чуть-чуть недопечатанные, буквально так по пару сантиметров донизу. А здесь уже печатка у нас сплошная. Вот, с этой стороны тоже немного, вот. А уже так сплошная. И дальше пошла уже, вот. Со сплошной печаткой. Внизу также много пчел, видно, печатать он начинает.
Так что ту надставку будет надо нам поднять наверх. Конечно, если они склеились еще с нижней, то неудобно будет. Будет надо по одной рамке вытаскивать, стараться. Ну, посмотрим. Может, даже наверх поставлю ткатану, да еще. Хотя желательно, чтобы мед был поднятый наверх, чтобы его и забрать было удобно, и носили лучше. Конечно, пчелки бакфа цветные хорошо уже поработали. Ну, по осени у их меда не очень так, чтобы уже много, но тоже есть, но все равно цветные они хорошо работают. Вот весенний мед, это майский у нас. Получается ива, одуванчик и сад уже заносили 15 полурамок. Вот я отобрал уже 6 штук, осталось у нас еще 9. Надо селфи-палку повыше сделать. Вчера я триммером покосил тут все кругом. Ну, до конца там бензина не хватило. То... Травы сейчас нету. Дам им хорошенько дыма, чтоб позбегали немного на низ. Меньше струшивать будет. Полностью печатанная рамка с двух сторон, сверху донизу. Снял я нашу палку с селфи-камеры своей, будете смотреть.
онлайн режиме, что тут в улье творится. Гоняем сначала с центра рамок, а потом по краям, где плесики. Когда гонишь пчел с центра к краям, то получается они расходятся в стороны, а потом здесь уже по этих вот стенках сходят вниз. Сгоним пчелу основную сейчас с рамок. Уже доколоть, у них осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. 8 я забрал, осталось 7 полурамок. Как вы видите, полностью запечатаны. Смотрю, уже и нижний этот вот корпус, что снизу начали тоже печатать. Вон. Если видно, то снизу запечатаны тоже в среднем корпусе. Вернее, сверху печатаны. Ну, сейчас он внизу получается, то снизу. Долго говорить не будем, надо быстренько забрать, откатать, сегодня назад это дело поставить, постараться к вечеру. Плюс еще собираюсь машину строить, уже поменял я подвеску шаровую, поменял, это меняю амортизаторы, подушки и опорные подшипники в комплекте еще. Одну сторону поменял я правую. Осталась левая водительская. Хотел вчера роились пчелы, до шкодок не было когда в мазуту лезть. Так что сегодня уже вот откатаю я мед. Если никто не отроится, то можно машину достроить. Вечерком съездим на рыбалку. Побросаем спиннинга на косе на Припяти. Если не забуду камеру с собой, то посмотрим, что у нас ловится 18-го. Вот мая сезон открылся уже, но я еще не ездил, некогда было. Пчелы, то машина не на ходу. Так. В этом году сезон я не открыл. Ну, ничего. Сейчас заберу мед. Думаю, до вечера с делами справимся, поедем, рыбу половим. То. А не половим, так на речке посидим. Так. Вот такая вот рамочка. Бахвасты, конечно, хорошо отлепливаю все. Заказал я уже 3 матки, не плотки. На 30 мая мне человек пообещал. В предыдущих видео вы видели, как я разбил семью на 2 отводка. Думаю, как раз до 30 мая они почувствуют хорошо, что у них матки нема. А им, наверное, поставлю сегодня неплодных клеточки маток, чтобы было что-то. А потом перед 30 мая за 3 дня уберу и уже подсажу неплодных маток.
база у нас хорошая, облесятся, думаю, тоже не с плохим трутнем будут работать. Так, уже добрались. Камера, конечно, мешает немного.